депутат Кнессета от сионистского лагеря Хилик Бар. Давайте послушаем первый вопрос, который я ему задал. Собственно говоря, почему 9.90 это нормально, а 9.95 это уголовное преступление. Давайте послушаем. בישראל. ולכן בעצם אתה גונב מהצרכן, גם אם אתה לא מתכוון לזה, או לפעמים מתכוון לזה, פה 5 אגורות ושם 5 אגורות, ומהלך הרבה קניות במשך הרבה חודשים והרבה שנים, אתה בעצם לוקח מהציבור כסף שאתה לא יכול להחזיר עליו עודף, בעיקר ממצבים שמשלמים במזומן. ואיפה בהרבה מקומות משלמים במזומן? באותם מקומות שהם דווקא יותר חלשים, הפחות חזקים, ולכן אני רוצה שישראל, כמו כל מדינה מתוקנת אחרת, לא תנקוב במחירים שאי אפשר להחזיר עליהם עודף במעות שבמחזור. Итак, пока еще этого нет, это я только хочу, чтобы у нас появилось, говорит мой собеседник. 10, если цена 9.90, то 10 огород нам могут вернуть. Если цена 9.95, то нам 5 огород никак не могут вернуть, потому что эта монета давно изъята из обращения, и таким образом, вольно ли, невольно ли, фактически продавец ворует у нас деньги. Пусть это несколько огород за один раз, и кажется, что это мелочь, но за месяцы так это может набежать довольно большая сумма, поэтому где обычно это происходит больше всего? Там, где рассчитываются наличными и рассчитываются за какие-то маленькие покупки. Конечно, речь идет прежде всего о самых социально слабых слоях, о кварталах бедноты, которые вот страдают от вот этой систематической кражи нескольких огород. И я хочу, чтобы в Израиле, как в любом нормальном государстве, изучив международную практику, чтобы у нас не было цены, которую реально мы не можем заплатить наличными, потому что не существует таких вот монет. Ну, я задал вопрос, действительно ли вот эти 5 огород или 1 огора наносят такой большой вред, даже если мы берем социально слабые слои населения. Ну, сколько это получится? Несколько огород в месяц? Давайте послушаем. קודם כל, יש משפט ידוע ביהדות שאומר דין פרוטה כדין מאה. ואני מסכים איתך שחמש אגורות או חוסר שלו לא יהרגו אף אחד. אבל כנראה שבמשך הרבה הרבה קניות, במשך הרבה חודשים והרבה שנים, שגונבים פה 5 אגורות ופה עוד 5 אגורות, זה מצטבר לכסף שבסופו של דבר כל משפחה תוכל לעשות איתו משהו. אבל אני שואל אותך משהו אחר. למה אתה צריך לשלם 5 אגורות על דבר שלא קנית ולא קיבלת? ואם בארצות הברית יש מטבע של סנט, ולכן אפשר להחזיר לך סנט, אם אתה נותן דולר, על משהו שעולה 99 סנט, אם פה אין, אז פשוט לא לנקוב מחיר כזה. וברוב המדינות המתוקנות יש חוק כזה, כי לא לוקחים כסף סתם, ולא לוקחים כסף על דבר שלא משלמים עליו. Итак, во-первых, говорит мой собеседник, есть такая еврейская пословица, что к одной копейке надо относиться точно так же, как и к сотне. Дин прутак и дин меа. Конечно, понятно, что эти несколько огород, от этого никто не умрет, от того, что их включают в цену, но когда речь идет о многих месяцах и многих покупках, на каждой покупке вот несколько огород, все это складывается в сумму, которую я уверен, каждая семья найдет, куда пристроить, куда применить. С другой стороны, я задам вопрос с другой стороны, почему продавец должен брать эти 5 огород, если ты хочешь сделать привлекательную цену, чтобы психологически казалось, что это меньше. Сделай 9.90, а не 9.95 или 9.99. Сделай реальную цену, которую можно заплатить. Вот в США. В США делают 9.99, потому что там есть монета в 1 цент, и вам всегда ее вернут, всегда дадут ее сдать. Из доллара. А во всех других странах, где нет таких вот мелких монет, везде есть закон о том, что нельзя устанавливать ценник такой, который вот за который нельзя расплатиться наличными. Следующий вопрос, который я задал, ведь у нас есть распоряжение управления, государственного управления по защите прав потребителей, которые это запрещают. Зачем же еще вводить закон по этому поводу? Давайте послушаем. א', כי זה לא חוק, הדבר הזה מתוקנן בתקנות, ואם יש הנחיה של הרשות להגנת הצרכן,
אז הרבה בעלי עסקים מרשים לעצמם בעצם לעבור על זה, כי אם בעל עסק יודע שהוא עובר על חוק מדינה, אני חושב שהוא יחשוב פעמיים לפני שהוא נוקב במחיר כזה, אבל אם בעל עסק יודע שהוא רק עובר על איזושהי הנחיה של הרשות להגנת הצרכן, אז זה כנראה פחות מעניין אותו. ואגב, יש פה גם את הצד הזה, אמנם אותו בן אדם שלא מקבל את העודף מפסיד רק 5 אגורות, אבל פה יש גם הרבה בעלי עסקים שמקבלים מכל אחד כזה 5 אגורות, בסופו של דבר זה מצטבר להרבה כסף שהוא גם לא מדווח, וגם הם מקבלים בעצם סתם. ולכן אני חושב שצריך לחדד את החוק בעניין הזה, כמו בכל מדינה מתוקנת, וזה בוודאי חוק שלא יעלה כסף, אלא גם יחסוך כסף לציבור, וגם לא ייתן לכסף להסתובב סתם. Итак, пока это не закон, то продавцы просто плюют на него, пока это носит лишь форму указаний Управления по защите прав потребителей. Продавец говорит, меня это не интересует, я буду делать то, что я хочу. Теперь, когда он будет знать, что это станет законом, и это будет уголовно преследоваться, он подумает несколько раз, прежде чем этот закон нарушать. Одно дело какие-то просто инструкции, а другое дело закон, который предполагает уголовную ответственность. С другой стороны, посмотрите, этот продавец с каждого получает вот такие вот 5 огород, которые фактически нигде не проходят по налогам. Это черным способом мимо налогов попадает к нему в карман, и этого вообще не должно быть. Надо просто заострить внимание всех наших официальных структур на вот этом явлении и просто его прекратить. И последний мой вопрос. Зачем же уголовную ответственность? Может быть, просто достаточно штрафа? Давайте послушаем. אין בעיה, אם היו מיישמים את זה, זה בסדר. אגב, היום יש כנסות, יש תקנות, אבל האכיפה היא לא מספיקה. אני דיברתי אתמול בוועדה עם הנציגה של המשרד הממשלתי, שאמרה שהם דגמו 5,000 חנויות. שאלתי אותה כמה עסקים יש בארץ, היא אמרה לי 550,000. זאת אומרת שפחות מאחוז מהעסקים בישראל נדגמו בעצם באותו מדגם, ועדיין אנחנו שומעים מהמועצה לצרכנות שהם מקבלים עשרות תלונות מאזרחים על זה שחנויות ממשיכות לנקוב במחירים 9.99 או 8.95, וזה דבר שצריך להפסיק אותו, כולל, אתה צודק, לחייב כנס בחוק, וזה חלק מהחוק שאני מציע. Итак, я задал вопрос, почему недостаточно штрафа. Нет проблем, если бы у нас власти следили за соблюдением закона, существующие распоряжения, существующие инструкции Управления по защите прав потребителей предполагают штраф, но никто никого не штрафует, потому что у нас нет проверки соблюдения этого закона. Если бы она была, то, может быть, достаточно было этого штрафа. Но вот на заседании комиссии выступала представительница государственной структуры, которая сказала, что они сделали проверку, выборочную проверку 5000 магазинов. А я спросил, а сколько у нас всего магазинов в Израиле? Она сказала 550 тысяч. То есть, понимаете, проверить можно, удается менее 1% магазинов, а тем временем Управление по защите прав потребителей говорит о том, что продолжают поступать десятки жалоб от потребителей на вот эти вот цены 9.99, 8.95, несмотря на то, что предполагается штраф, и этому мы должны положить конец. Это был Хилик Бар, депутат Кнессета от сионистского лагеря. Вот, дорогие друзья, вы сами все слышали, а мы идем дальше.